для получения высококачественного бензина и индивидуальных углеводородов для органического синтеза используют установки каталитического крекинга. В этих установках процесс, в отличие от термического крекинга, протекает при более низкой температуре с применением катализаторов. При этом происходит расщепление углеводородов на предельные и непредельные и ряд других реакций. Реакция дегидрогенизации, отщепление атомов водорода. При этом образуются также молекулы циклического строения. Реакция гидрогенизации, присоединение атомов водорода к ненасыщенным углеводородам. Уменьшение в бензине непредельных углеводородов делает его более устойчивым при хранении. Реакция изомеризации, превращение углеводородов нормального строения в углеводороды разветвленного строения. Наличие в бензине углеводородов разветвленного и циклического строения повышает его детонационную стойкость. В промышленности процесс идет так. Сырье, газоиль, нагревается в трубчатой печи. Выходящие из печи пары смешиваются с алюмосиликатным катализатором и поступают в реактор. В реакторе скорость потока резко уменьшается. Частицы катализатора образуют неплотный слой, сквозь который все время проходят пары сырья. Такой слой напоминает кипящую жидкость. В этом кипящем слое при температуре 500 градусов происходит основной процесс крекинга. Продукты реакции с примесью катализатора поднимаются в верхнюю часть реактора и проходят через очистители. Где очищаются от катализатора, который снова возвращается в кипящий слой. В процессе крекинга катализатор покрывается твердыми продуктами разложения углеводородов, как говорят, закоксовывается, в результате чего теряет свою активность. Отработанный катализатор направляется на очистку в регенератор. Где снова создается кипящий слой. Здесь при помощи горячего воздуха с катализатора выжигается кокс, и катализатор восстанавливает свою активность. Регенерированный катализатор вновь смешивается с парами сырья и поступает в реактор. Таким образом, в установке катализатор непрерывно циркулирует из реактора в регенератор и обратно. Продукты крекинга из реактора поступают в ректификационную колонну. Основным продуктом каталитического крекинга является бензин, пары которого вместе с газами отводится из ректификационной колонны. Кроме того, получается легкий керосин и газоиль. Остаток тяжелого газоиля на дне с небольшим количеством катализатора снова поступает в реактор. Продукты крекинга из ректификационной колонны направляются в хранилище или на дальнейшую переработку.